Здорово, гайс. Вот и долгожданный гайд на Spell Quest DH. Обновленного, так сказать. Вот. Наверное, Spell Quest DH сейчас, ну, если не самая сильная дека в игре, то одна из самых сильных. Дека не очень простая, но дека времена мне наскучивает из-за того, что... Ну, довольно популярная она стала, да, из-за того, что она сильная, на ней играет много людей, соответственно, ты попадаешься против кучи мироров. Вот. Но это, конечно, только в, топ, в топе легенды. Не знаю, как на других рангах. На других рангах я особо не играл еще в этом сезоне. Вот. Но я считаю, если вы научитесь играть на этой деке, вы спокойно можете взять легенду, спокойно можете брать топ-500, топ-100. Неважно. В принципе, дека очень сильная, короче говоря. Вот. И с последнего моего видика по Spell Quest DH, с моей сборки изменилось деки довольно много давайте по порядочку пройдемся, что в ней изменилось. Первое, в ней больше не лежит Джейс, ну что метод довольно быстрая, нету особо контроль дек. Джейс, наверное, хорош только против Блад ДК, в топ-100 вообще практически нет Блад ДК, ну и вместо него лежит Сержант. Да, Сержант нам дает более крутые вылеты с стена. Вот, помогает чистить стол против воровка рок помогает убивать джекпот раньше. Короче, вот. Ну и в мирорах, конечно, тоже сержант сильнее, чем Джейс, потому что Джейсом мы в мирорах практически никогда не играем. Вот. Но так, конечно, можно играть с Джейсом, если у вас там много блад ДК, много квест пистов Опять же, не знаю, на каких вы рангах играете. Вполне можно играть с Джейсом, если вам не нравится сержант. Вот, но в топ-100 я понял, что надо играть с сержантом, потому что очень много мироров. Вот, второе, что изменилось в деке, это Никто сейчас не играет вот сделку с дьяволом, вместо нее играет фистов э, of Souls, пиршество душ, получается, да, у нас есть очень крутая комбинация через отряд и пиршество, да, иногда получается еще одновременно с этим всем делом зарядить клеймо греха, и это получается 12 дамажа фейс, 4 дамажа по столу, дров 5 карт и удешевление их всех, ой, дров 4 карт, ну и в начале как бы дров еще одно и удешевление 5 получается карт на одну ману. То есть очень сильный плей. Если мы хотя бы одну карту из комбы удешевим, да, это получится... Это получится сильный пятый ход, так вам скажу. <coughs> вот, за счет этой комбы играет эта дека, вот, все вертится практически вокруг лима греха. Вот, ну и вокруг стена, конечно же. <coughs> вот. Ну и еще, конечно, тут лежит чародейка. С мы выхиливаемся на фул после шестого хода, если у противника довольно большой стол. И как-то так, вот, помимо всего прочего, убрался из деки Куртрус, Куртрус, опять же, не играет по тем же самым причинам, по которым не играет в деке Джейс, потому что он медленный, потому что он ничего не делает в Мирорах, против условного Биг Мага, против условного Владака, опять же, карта сильная, карта дает нам доп дэмэдж, доп винком, но, опять же, да, в Ладере сейчас в топ 100, по крайней мере, одни роги до дэха, <coughs> поэтому Куртрус не очень много дает, против конкретно этих колод. Вот. Вот, вместо Куртруса играют эльдрахийские клинки. Эльдрахийские клинки вот как раз-таки полезные, что против Мирроров, что против Рок. Вот, иногда спасает нам жопку нашу. Очень неплохо. Потому что дают мгновенный хил, да, по сути. И можем их надеть сейчас на третий ход. В Миррорах даже можно, кстати, оставлять клинки, чисто чтобы не пропускать третий ход, не биться ими, чисто ждать момента, пока нас немного просадят, и вот, удариться клинками вовремя, подхилиться и выйти из ренжи летала. Вот, как-то так. Давайте сейчас быстренько поговорим о мулигане. Думаю, идея деки понятна. И, в принципе, вы в прошлом мой видео смотрели. Вот по геймплею поймете, что и как делать. Надеюсь. Вот. Давайте поговорим о мулигане. Первая, первая, самая важная карта — это печать. Если нам заходит печать, то у нас уже хороший заход, можно сказать. Вторая важная карта — это спектрал. Uh, вот, это две основные карты, которые мы хотим находить. Если мы их uh, находим, то у нас уже считать хороший заход. Только если, конечно, спектр не была еще какая-нибудь коса, либо отряд. Вот. Uh, в принципе, удар хаус тоже нормальный кип. В принципе, поможет что-то заремовать неприятное, ну, кроме трога, понятное дело. Вот, и поможет что-нибудь, э, что-нибудь дровнуть и как-нибудь сделать квест. На четвертый ход, либо если есть печать и трейдабл карта, да, то на третий ход. Вот, э, с меткой та же история, по сути, очень похожая карта на удар <coughs> поэтому также ее кипаем. Фулбарж вставляем против агры, либо если нам, допустим, пришел справа спектрал, слева у нас квест посередине, э, Фулбарж можно его оставить, потому что, вместо Фолбера может, допустим, прийти клеймо греха, да, какое-то, и похирить нам ауткасту у Спектрала. Вот, потому что клеймо охота засейвить, охота его как-то под отряд сыграть. Вот, поэтому, поэтому да, Берридж оставляем. Особенно, когда на, у нас Спектрал, да, справа пришел. Единственная карта э, слева от Спектрала э, спектрола, это bearage, да, оставляем Фолбердж. Вот. Но, опять же, в миррорах можно оставить клинки. Это не ошибка. Я считаю, вполне всегда можно надеть на третий ход. Вот. Они нас здорово вытаскивают. Никогда лишней не будет карта. Вот. Ну и жадность, конечно, мы оставляем исключительно под спектрал. Вот. Ну, либо под печать плюс удар хаоса слэш метку презрения. Все. Вроде весь мулиган. Довольно понятно. Объяснил. Надеюсь. Спрашивайте в комментах. Если есть какие-то вопросы, погнали смотреть Hey Plage. Так, ну и первый соперник воин. Воины нынче популярные в мете становятся. Опять же, у них есть много армора. Ну, сильный герой Ракара, да, 10 армора это вообще нифига не мало. Вот. В принципе, есть нормальный дров. И хорошие зачистки. В принципе, у воина есть все, чтобы играть сейчас в мете. Вот, и многие в топе сейчас на нем именно сидят. Потому что, опять же, в мете ДХ, в мете Роги, он с ними нормально играет, потому что у Роги он чистит стол, против ДХ он может нормально заармориться. Вот, нифига не ставить на стол, отыгрывать от его дрова. Короче, грамотный воин вполне легко нас выигрывает. Вот, если, конечно, у нас там не супер заход. Вот. И еще некоторые войны играют пятерку, которая уничтожает карты, которых не было в деке, да? в начале, ну, при старте игры. Вот. Поэтому обязательно, по, ну, пытаться дровать души. Ну, если мы не дровнули одной душе, он поставил пятерку эту, то <laughs> мы проиграли, потому что все наши души сгорят. Не, не будет вылета с стена. Вот так что одну душу хотя бы надо попытаться дровнуть до четвертого, слышь, пятого хода, да. Вот, я одну душу дровнул, уже нормас, в принципе. Вот, но это все еще может быть рога, конечно же. Плохая карта пришла. И еще одна так себе карта пришла. Ну, наверное, дроваться делать нечего особо, да, anyway. Потому что рука плохая, надо все равно давать дров. Вот, на next, надеюсь, топдекнется жадность. Или еще что прикольное. Коса, в принципе, неплохой топ-дек. Могу ему 8 нанести за 2 хода. Вот, еще одну душу мне надо дровнуть, чтобы Стена была с сержантом. когда буду чувствовать себя комфортно вполне. Вот до этого момента пока так, конечно. Из моей ну Тащил он уху, я так понимаю, отряд есть, это хорошо, надеюсь он еще что-то поставит на стол, чтобы я побольше карт дровнул. Ну вот, но вообще он может убить, конечно, своего типочка. Будет не очень приятно. Мы будем дровать хоть что-то, да, потому что войны и так почти не ставятся на стол. В принципе, две карты возьму нормально. Нормально. Потому что дроваться надо. Угу. жадность пришла. Жадность тоже very good. Ну, лучше, чем отряд, понятное дело, сейчас. Так, метку я, конечно, давать не хочу, потому что этот тип мне помогает только на столе. Война, по сути, он особо бенефитов не дает никаких, а мне дает немного задроваться об него, да. Так что карта, карта, возможно, карта. Вот. Ну и карту сдам, наверное. Ничего такого. Вот, возможно, со Стэной уже есть на Next летал Надо посчитать. <плес> это 5, это 15, это... 15, это 20 и это 26. 26 урона есть, в принципе. Тюремщик. Тюремщик, блядь. Он что, серьезно, что ли? И что этот тюремщик ему дает, я не понимаю, просто немного. Ну, сто процентов становит, да, играем. Как бы тут даже, ну, просто нету плея, да, какого-то другого. Даем прикол. Конечно, она будет биться сначала в этих дурачков, вот. Что бы еще тут сыграть? Ну, по сути, эти карты мне не дают демаджа. Дает демадж вот карта. Давайте ее сыграем. Вот. Клеймо бесполезная карта. Колберж мне не нужен. Опять же, да, не дает никакого демаджа абсолютно. Клеймо тоже бесполезная карта. Можно убрать ее в деку. Вот, наверное... А как тут? Наверное, обилка, тычка. И отряд. Ну, Мурлок, конечно, впитал full damage. Не знаю. Но он жег все себе всю колоду. Ему надо меня здесь, здесь, сейчас, ну, как бы, прям сейчас убить. Возможно, с его было клинки сыграть, конечно. Вот, чем отряд. Но опять же, он жег всю колоду, у него может банально не быть зачистки на него. Так. Ну, еще проблема в том, что он успел сыграть из глубины. У него дека дешевая довольно-таки. Свой же стол убивает. Ничего страшного. Перемщик умер. Very good. И Финли выжил. Просто чемпион. Чемпион людей. Чемпион зверей. Как говорится. Есть клинки по на 2 получит следующий. Даже если возьмет армор, ну, мне надо найти 2 дэмэджа, по сути, да? Давайте попробуем найти 2 дэмэджа. Вот и 2 дэмэджа. И все. Идем дальше. Следующий соперничек Охотник на демонов То есть играем Мирор Мирор, конечно, отдыхает а та еще клоунада. Да, вообще любые мироры в Харстовне, Да еще <coughs> клоунада, которую я ненавижу больше всего в Харстовне. Вот реально нет ничего более противного, чем играть мирор, по-моему, в игре. Разве что играть против ОП Друида противней, наверное. Вот, ну, в Мироре, конечно, особо скилл, ну, вот не решает, грубо говоря, да, у нас деки абсолютно, ну, как бы абсолютно одного и того же хотят сломать лицо. Просто кидать все спеллы фейс и делать квест. Жадность мне тут декнулась очень базово на первый ход вместо второго, да. Чтобы я точно не сделал квест. Ну, ничего страшного. В принципе. В принципе, ничего страшного. Он стартует без печати, как и я, да, это уже хорошо. вот. Ну и самое главное, наш вин кондишн какая-то стена в Мироре. Ой, как же... Как же я себя плохо чувствую, когда вот это происходит. У тебя плохая рука, по сути, да. ну, вот, как бы, какие варианты у меня были играть? Какие карты? Мог сыграть э, Unleash бесполезный, мог сыграть непрокаченный Фьюри, мог сыграть Удар Хауса, больше других карт нет. Я играю Удар Хауса и тащу, вот, конечно, жадность. 1 к 24. Ну, ничего страшного. Пошла печать, это хорошо. На next ход поменяю две жадности. Сделаю квест. Если придет душа, это будет замечательно. Смогу уже на какой-то ход вылететь со стена. Но поздновато, конечно. Я, по сути, стартанул с кайной, а как бы квест он раньше меня делает. Это не очень приятно. Но опять же, он может не потащить душу свою какое-то время. Вот. И еще важно, конечно, важно наши пухи в Мироре. Кстати, у кого, ну, кто нашел драхийские клинки в Мироре, у того большое преимущество, да, вот эти 5-10 хила, которые они вам дадут, ну, как бы решают очень сильно. Вообще каждый ход решает в этой игре темп, <coughs> так скажем. Так <Потому> что если <coughs> вы чуть-чуть подняли себе хп, вполне челику может не хватить. Часто. Так, он не сделал квест, даже с печаткой. Приятно, в принципе. Но немного шагает мне в лицо. Вот. Это неприятно, конечно. <coughs> Вполне у него могут быть два отряда каких-нибудь, плюс э -э, пиршество в руке. <coughs> Поэтому. Ничего толком не делает. Я нашел душу. Хорошо. Нашел фалбедж, отлично. Вот, все карты, наверное, буду сейвить под стену. Мне как раз таки хватает вроде на все. А next ход. И давайте считать урон, пока он делает ход. Это 6. Это 3, 9. Это еще 5. 14. Это еще 3, 17. Не хватает. Конечно, не хватает. Жадность пришла, хорошо, в принципе, в принципе, very good. Ну, отдам фьюри, наверное, что делать. Еще жадность пришла. <coughs> Два хищничества. Жадность меняю, бесполезненько немного. Вот, ну, у меня уже стопроцентно летал будет на next ход с двумя хищничествами. Могу позволить себе сжечь карту, ничего не выкидывать. Вот. Есть ответ и на отряд, если он позовет, да, заблочить Стена. Андлиш. Ну, он может, конечно, убить меня тоже сейчас. Как бы такой хардстоун. Чуть, чуть раньше он нашел летал. Хилиться я никак не мог, поэтому ошибок 0 в игре. Вот он еще и сержанта нашел. Трех карт ему должно хватать, конечно, да. Вообще все души нашел, молодец. Вот, но ну, на следующий ход я его, конечно, убивал. Говорю, от меня, к сожалению, ничего в этой партии не зависело. Пришло вот две жадности. Позднее получился вылет. И он нашелся души. Идем дальше. Следующий соперник ДХ. Очередной. Да. Опять же, обожаю Мироры, особенно Мироры против Джеджмента. Он всегда себе какую-то ёбнутую руку сдает, с которой вообще просто невозможно играть. У меня всегда против него хуёвый заход. Вот. Потому что Джеджмент гений. Видимо, больше, чем я знаю, в Харстоуне, поэтому вот выигрывает Мироры со мной постоянно. Ну, опять же, находим стана, выигрываем игру, не находим стана, проигрываем игру просто. Опять же, базовый тут жадности на второй ход. Mm. Спасибо, не надо. Спасибо, на второй мне ход не надо. Возможно, он сейчас хочет заюзать спектрал, что-то теребит он левую карту. Ну, спектр слева у него есть. И есть печать. Опять же, заход лучше, блять, чем у меня. Эм, но немножечко вот обидно. Обидно, да, конечно. Что заход получше, чем у меня. Вообще, у меня 0 плейбл карт в руке, по сути, да. Все карты под стена. Стена нет. Нет ничего. Он с такой рукой вполне может меня увидеть и на пятый ход. Вот. Ну, опять же, конечно, надеемся на лучшее, что у него пару отрядов и пару Fist of Souls. Нет. И Спектрал. Заебись. Ну, типа печать, да, спектрал и жадность. У меня жадность на второй ход топ И вот эта вот рука Обожаю Мерорных мирно... Хардстоун, в общем, одним словом. Ну, жадность пришла, хоть что-то может меня камбэкнуть немножечко. Вот на толковых карт не пришло с ней. -хэ 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 -хэ. Хотел бы я найти душу, конечно, но не получается. Если сильно меня продумаешь, что могу отхилиться. Но, говорю, вполне у него может быть летал уже на пятый блин Очень много карт. В руке все дешевые, есть коин. Если он нашел душу, то, скорее всего, он уже победил. Что, потому что, ну, вот давайте посчитаем, если мне сейчас топдекнется душа, да. Это 5, это 10, это 12, ну и 20 урона, как бы, все, что у меня есть с душой. Коса. Ну, и я умер, мне кажется, на next ход. К сожалению. Ну, ничего не поделать, как бы, что? Что уж тут поделать? Шел спектрал. Надо юзать спектрал. Вот, ну и надо хилиться, конечно, а не делать квест здесь, да. Ну, похилюсь побольше через фьюри. Вот, если у него, ну, как бы, конечно, да, душа в 12 картах вполне могу... могла ему прийти. По-моему, это уже тайминги должны быть. Так, нет, души нет, прикиньте. Это хорошо. Отряд. Прят... Ничего страшного. Если мне душа придет, мне душа не пришла. Хорошо. Э, я точно знаю, что мне надо давать эту карту. Я точно знаю, что мне эту карту надо давать. Смотрим, летал. Пять, восемь. 10. Одинов, прикиньте. Прикиньте, одинов, блядь. Или что, нет? А может. Ну, 11 у него, останется. у него останется... Еще раз. Это 5, это 8. 8. 12. 14. Ну, к сожалению, да. Э, жадность не хочу издать, хочу остаться на 30 хп, если честно. <свист> Че, я ему чуть-чуть пробью лицо. Ну, не доделываю квест, я бы не, не сказал, что эти карты мне прям кровь износа нужно удешевлять. Да. Ты нашел и нашел летал соответственно заебись. Ну может и нет. Юрий нашел. Ой, если у меня, конечно, ровно ХП в ХП убьет, будет очень грустно, ребят. А как ему еще, кстати, найти демедж что? Мне кажется, никак. Подождите. он похилился. Так и все. Летало, нет, мужичок. А у меня. А у меня вроде есть. Ебать, победа. Победа над джаджментом. Ура, чел, ты сосешь. Извини меня, конечно, за выражение. Ну, меня уже сегодня выиграл, да. Причем очень нечестно. Вот, поэтому вы уж извините за высказывание, за оскорбление. Запись! Вот, в конце видика, гайс, поздравляю вас, наверное, с Новым Годом всех. Спасибо, что весь этот, точнее, весь прошлый год были со мной. Вот, надеюсь, будете оставаться и в этом году. Спасибо всем, кто заходит на Twitch, половится. Вот, спасибо всем, кто подписывается на YouTube. Спасибо всем, кто пишет мне смс дает деньги, блин. Очень приятно, ребят, было с вами находиться весь этот прошлый год. Да, ролик я хотел снять 1 января, уже какая-то не очень праздничная атмосфера, но anyway, желаю вам всем побольше денег. Я вот на Твиче уже поздравлял, но кто вот пропустил поздравления, можете перейти по ссылочке в описании, там у меня водяной сохранен последнего потока 2К22. Посмотрите их. Ну, так буду краток. Желаю вам денег, счастья и близких людей рядом. Все, целую, обнимаю, все всех уважаю вот до свидания спасибо что смотрели видео